Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, и продолжаем с вами Pro Evolution, короче, играть вторую часть, версию, идти в Гранд Чемпионы, елки-палки, пока что мы на первом месте, все нормально, 41 гол забили, 7 пропустили, Милан нас на пятках наступает, так что он пытается у нас выбить, короче, чемпионство, но это все будет нормально, мы прикупили там вроде чувака, у нас следующий матч с Мюнхеном, Мюнхен у нас на третьем месте, вот это у нас сейчас пошло, а Барса, когда с Барсой? Я же могу посмотреть, когда с Барса играю? Следующий. Сегодня, короче, Мюнхен и Барса. О, это жопа будет. Так, хорошо, погнали. Сейчас я посмотрю, что-то там я кого-то же вроде прикупил. Или я его поставил, не помню. Ну, поздравляю, бля. В общем, какая разница. Сейчас посмотрю. Тюрам, Карлос, Сильвер, Кошта, Давид, Гикс. Ага, Гикса я купил. Мне еще надо купить два защитника. И будет все зашибись. А, я вот что, кикер. Кикер. Пенальти, Кошта, ты кукули. Этот короткий, этот длинный. Правильно, все. Что ты мне это самое? Так, пацаны, ну-ка разомнялись. Сейчас будем давить. Жесткий матч, наверное, скорее всего, как и тот. Знаете, чуть не проиграл. Но поле, кстати, прикольное. Такое какое-то реалистичное. Time for the kickoff. Да, kickoff. Оп, давим. Хорош, уже хорошо пошли. Солист! Солист пробивает! Оливер Кан! Это Кан! Да, это Оливер Кан! Блин, величайший вратарь, наверное. Ну, не величайший, прям там к себе, но он тащил вроде неплохо. Он охеренно тащил. Шоу! Он охерительно тащил. Хотя там, в принципе, раньше было очень много вратарей таких знаменитых, прям имя там у них было и все. Типа, оу, нифига себе. Если бы прям вратаря попал бы, то улетел бы вместе с воротами на трибуны. Типа таких вратарей, как Тольдо, там этот, как его. Опять уже забыл их нахер всех. Ох, ладно, хорош. Забил. Оливер Кан, вот это Тольдо, там. Кто там еще был такие? Вандерсар, вот это тоже. Касильяс, во, Касильяс вообще тоже четкий. Буфон, бля, ебать, ты че? Вот это вообще красава. Величайший вратарь по пенальти. Да. Я нажал по диагонали, ничего не знаю. Он не умеет бежать, короче, вниз и бить вправо, например. Лысый! Ой, там свертуха на хотели. Ты видал? Так, Гикс побежал. Красава. Вот это вывод. Так что ты дергаешься, лаги, что ли? Ух ты, блин! Я думал, сейчас он отобьет, а этот примет, и этот добьет, и это такой вообще круто, и уже бум-бум-бум, и все, гол. Нет, ни хрена, прикинь, не получилось. Давай! Тащ! Валька! А нет, это Тюрам. Какая Валька? Валька уже давным-давно в замене. Блин, там Каратыш! У них хрена себе воздух выиграл. Каратыш воздух выиграл, представляешь? Хороший пас. Почему не делается этот, как его, дриблинг, не пойму. Почему не работает? Я нажимаю кнопку дриблинга, но не работает. Бузыные. Вот, работает. А у того не работает, значит, он не умеет. Логично же. Беги. Сука, не успел убрать. О, Карлос, давай, забивай. Да возьми ты, ну, косяка. Этот не выиграет. Беги хоть так, бля. О, вот это, видите, проблема с переключением передач. О, красава, просто выбор распят. Проблема с переключением. Я переключаю чувака на ближайшего, который может взять этот мяч, но он меня переключает дальнего. При этом этот теряет позицию, потому что комп за него играет, и он тупит. И я пока переключу этого, тут уже уйдет, короче, нахрен. Да иди ты в заднец. Ух ты, сучара, ёптая. Ах ты, падаль. Да, конечно, вышло. Ага, действительно. Расскажи мне сказочку. Я не знаю. Да я знаю, что не дергайся, Роберто Карлос. Дурик. Ну беги. Все, побежали, будем пиздить.
Уеба! Почти. Тюдюш. Хорош. Ядрёна вож! Достал. Нихуя ты даешь. Отвали. Нихрунген! Вот это отвали, говорит. Ты видал? Прямо от штанги. Вот это заебенил. Это заебенил. Просто заебенил. Это реально заебенил. Кошта? Да курош-то! Картошка. Давай. Давай, я жду. Да, это выглядит опасно. Оба, вот это прыжок был, блин, меченосца. На нахер. Да куда ты хорош ногами своими дрыгать, блядь? Вот это, сука! Убью, сказал. Сказал же, убью. Пенальти, ой, говорю, пенальти, в смысле, офсайд. Не, не офсайд. На! Добивай! Да, блин, какие вы медленные парни. Сука, давай. Ах ты, падальщик. Да ты издеваешься, что ли? Ну, ватчаут, ну дайте кого-нибудь. Ватчаут. Там коротыш. Пизда. Да, классный пас. Это, кстати, мой скинул. Да, это мой скинул. Четкие пасы. А эти стоят и, блядь, рылами щелкают. Ну, сука. Ты меня не зли, блядь. Не зли, сказал. Ну да, блин, ты в бошку попал. Почему башка не поменялась с мячом местами? А быстрее можно слету пробить, блять? Почему нельзя слету пробить? Я же заранее нажимаю удар. Ну почему так? Куда ты, блин, квик-атак? Какой квик-атак? Вот квик-атак. Вот квик-атак. На. Да куда ты, сука, ебланский, блять, арбитр. Дайте мне его сейчас, блять, на куканку нибудь насажу, я не знаю. Ты падла. Great skills. The shot. Да, там сетка дырявая. Looks like he miskicked it. Да там сетка дырявая, 100%. Отвечаю, у них там дырка. О, да ты не выиграешь, ты что, там такая дылда стоит, еще и рыжая. Show. Ща-ща. Спасибо. Спасибо за пас. Так, ну этот примет. Вы издеваетесь, что ли? Лизаразию. Лизаразяка. Лизаразию. Прикольно имя. Лизаразию. Кстати, да, был такой чувак. Помню. Нет, фисаля, да. Пина, офсайда нет. Да ёб ты. Писальда, блин, писальда. У нас 2-2. Они сели в защиту, в глухую. Надо давить. Выиграл. Да, good skill, да. О, хорош! Это было неплохо. Если неплохо вытащил. Да ну почему вы бьете не туда, куда нужно? Пацаны, вас никто не мешает. Вот смотри, ему же никто не мешал. Ну, блин, этот позже уже прилетел. Смотри, они в защиту сели, первый раз такое вижу. Чтобы комп сел в защиту полностью. Зажмем! Это что за пас такой? Не бегай за мной. Да елки-палки. Ну, что тебе не рассчитаю-то? Давай, Робби. Забьешь сегодня? Нет вообще? Хоть как. Ну, наконец-то, блядь! Такие позиции просирать нельзя. Ну смотри, ну тут четко, смотри, коридорчик. Смотри. Бум, никого нету, блин. А тут, смотри, закрутка немножко большая, немножко маленькая была. Так, а что они-то в защиту сели-то?
Давай зажмем. Ай, сука, не зажали. Ты падла. Беги, 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 я туда. Так, тут лысый. Хорош. Да Давидс бы взял бы, ну что ты? Что ты такой жадный? Да, ни хрена себе ввалил меня. Сучарин. Ху-я! Ну-ка, Робби, блядь, забери. Ой, красиво как. Заберять, заберять. Что стоишь-то? Думал, думал, короче, пас нам отдал. Молодец. Да что ты, я же нажал кнопку. Почему ты сверху, ну, не дал наверх? Почему наверх не отдал мяч? Там был открытый этот Роналди. Не возьмет. Я вообще-то вверх хотел, ну да ладно. Они как-то не пойму, как тут навесы работают, если честно. Чё-то чем дальше, тем жестче, жестче и жестче. Отлично, это хорошо. Это хорошо. Тренинг, тренинг, тренинг. Такой вот, и там Роберто Карлос бегает быстрее света. Ну, Салас, ну смотри. Ну, можно забивать. Хорош. Там перекладина была или что? Там перекладина была или что? Бум. Да, точно перекладина. Хотя ударил в центр ворот, в центр. А сверху такое, как будто бы вообще в угол там влетело, а может даже и мимо. О, теперь они в нападение перешли, конечно же, потому что проигрывать начали. Да, им нужно, короче, было сохранить хотя бы ничью, да? Беги, Салат! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блёп. Да ёп. Выиграй, красава. Что это такое? Что это сейчас было? Что это? Где Роберто Карлосоу? Карлосоу. Карлеусоу. Да, блин, вот это все, это третий. А, не. А Роберто Карлос уже все, уже жопу повесил. Что типа забили, блин. Дурачок. Ага, разводка, ничего себе. Это было опасно. Так, пацаны, все, погнали. У нас тут 50-50. Да почему этому отрикошетило прям в ноги-то? Что за дела? Я хочу не тому. Я хочу, чтобы нашему отрикошетило. Хоть чуть-чуть. Да почему ты глючишь в этот момент? Я не добрал немного силы. Оно всегда вот в такие моменты почему-то подглючивает, скотина. Блин. Ну ты, ага, выиграл. Да, блин, прими мяч. Прими меры. Хуяк. Вот это повезло. Шау. Какой шау? Или заразяка? Ты заразяка такая. Да возьмите кто-нибудь мячугу. Ну, а, хорош. Все, в атаку все. В атаку! Бах! Ну, тут не возьму. Все, пипика. Пипика, говорю. Ого, нифига себе, вот это нормально вмазал. Не, не свисти. Скотина, я тебя убью, нахуй. Он мне второй тайм подставляет. Он полностью матч мне заруинил, сука, скотина, тварь. Этот блюдо гребаный. Как его называют-то? Арбитр, вы поняли, да? Что первый тайм он свистнул не тогда, когда нужно. Что второй он свистнул. Ты, блин, так я на него пожалуюсь. 36 очков, я могу купить, короче, себе защитника какого-нибудь. Только кого? Какого-нибудь нужно быстрого, опять же таки. Ну, блин, быстрого здесь хрен найдешь, наверное. 30, кто это? Десайли. И что ты тут? Ты это как козел? Ты вообще, что тридцатник-то стоишь? Че он тридцатник-то стоит? Э? У него там ничего нет, ни хрена, но он тридцатник стоит. Ладно, кто у нас тут такой 32 стам? Ну, стам, блин, он медленный будет. Спид акселерации 16 всего-то.
32, и Хиера. Тоже охеренно, хереновый. Мальдини, ну Мальдини еще более-менее такой. Ну 17 тоже что-то маловато. А тут в замене никого нет. Леонардо есть. Так, тут Каремка. Да почему они все такие медленные, я не пойму. Почему в атаке все такие быстрые, а тут все такие медленные? Чё за херня? Дебор, чё ты такой медленный? Объясни мне, пожалуйста. Почему они все такие медленные? Миролович. Вообще козел. Смотри, 32 стоит, показатель нулевый. 16-15 акселерации, то есть он вообще пешком ходит. Да, а защитников нет, серьезно? А куда они все делись? Вьери, нападающий, 46. Нифига, а что он тут? Он нигде не играет, типа? Типа фри, да? Фрилансер. Он нигде не играет, прикинь. А, хорошо, это созданные игроки. Так, ну тут по... Ну, вот Бразилия, хорошо, Бразилия. Кто? Роберто Карлоса я забрал, он красавчик, да, он у него там пипец. Во, Кафу! Это СБ тоже. Во, все, Кафу пойдет со мной. Место Лорги. Да. Отлично, нашел. Go. Следующий матч. Блин, как это у защитника? Вот представь, защитник, у него скорость 15. Ой, скорость 16. Это не средний, это базовый 15 получается. То есть он вообще его не тренирует. То есть защитник должен бегать быстро, потому что если там атака, он ни хрена не успеет сделать. Но при этом у него нету ни ускорения, ни скорости. Как он вообще... вообще не понимаю. Ладно. За сиську пока возьмем. А кто там... подожди, кого там тогда выкинули-то? Кто у нас красную получил? Бля. Короче, там еще надо ни одного какого-нибудь. Как они в защите играют, если они бегать не умеют? Блин, Барселона, прикинь. Как это вообще возможно? Они должны бегать везде. Любые должна быть скорость и ускорение. Но нет, у них... Они как не тренируются, что ли? Я тебя, блядь, посажу на диету. Будешь у меня, блядь, один хлеб жрать. Скотина. Вот, нормально, смотри. Барселона. Так, Фига. О, Фиго, блядь, тоже чувак крутой. Раньше был. Да ты издеваешься, что ли? Привет. Нихуя, бля, пацаны, ну не лезь, скотина, я такой навес дал, вот я тебя убью в раздевалке, увидишь, дам тебе палкой немного по коленке. Да куда ты, что ты это? Я не туда вообще-то опаздывал. Ну да ладно. Да сука, вы что, дебилы? Что происходит? Ха! Да... Нормально. Окей. Ни хрена себе! Вот это увалил! А кто там был на на воротах? Подожди, тут как-то можно... О, фаст! Тут можно переключать, короче, игроков. Смотри, с этого позиция. Бум! Нет, стоп, пешка, да, где этот, вот этот мяч? Нифига, как ушмалял, смотри! Ёдрёно, вот это был хороший гол. Вот это Роберто Карлос постарался, вообще красотулик. Так, у меня пацаны бесстрашные, так что все нормально, я могу ими дриблить. Убей! Сука, такой быстрый. Падла. Он короткий, но быстрый. Нет! Сука, откуда тут взялся? Я его не увидел. Пойдем еще один зайдем. Блять, пушка! Пушка была, пушка! Оно не попал! Смотри, блядь, там вратарь бы ни хрена не сделал бы. Просто было... Пушка, ну почему не ворота? Вот это сейчас бы, блин, дубль 2 был бы клевый. Едрый. Мадрид. Да я. Отдай. Да заберу. Пипец, просто вот сейчас обидно. Вот реально обидно. Вот это если бы сейчас вали. Сука.
Я тебя наебу. Я тебя наебу. И я забью. Ха-ха-ха. Как там мяч прошел? Там же куча народу была. Смотри, все бегают. Коридорчик сделали мне четкий под удар. Как так? Ну почему, ребятки? Ну почему мне так обидно, что я не забил Роберто Карлосом сейчас? Там такой был... Ой, какой четкий. Не, ну ты смотри, что творю, бля. Да я просто мастер. Оп-оп-оп. Ау! А как он забрал-то, если я уже увел мяч давным-давно? Very disappointed. У меня тут кто? Вот это Кафу. Не, не Кафу. Кто у меня тут новый? Кто новичок, бля? В команде. Не, это не новичок. Это быстрый чувачок. Нихуя вот это он дает. Смотри, что творит. Убью! Спасибо, Шева. Красную. Нет, желтую, все вот и на все. Тьфу, говно. Ну и пошел ты нахрен. Нет, ты видишь, Роберто Карлос стреляет как жестко. Он, короче, стреляет, получается. Но при этом вратарь, когда даже отбивает, то ты видишь, как он этот... Ну отдай! Видишь, как он отбивает его просто далеко от себя. То есть можно еще успеть добить, но просто что, если бы вот этот не влез. И один, кто он еще здесь. Ну тут, блин, извините, пацаны. Тут, короче, чувак вот проебался, а я пустые ворота. Это пенальти. Ну, чуть-чуть дальше. Не страшно. Что-то Барса хуже играет, чем вот эти только что играли. Намного хуже. Тебя так давили прям жестко, прям ничего не мог сделать. Классный пас. Давай вдвоем. Кроссово. А, я так и хотел. Ну, беги! Хули ты, Роналдо! Ну почему ты, сука? Вот видишь, и мне его не включили. Мне компьютер, компьютерная программа, она решила, да нет, чувак, тебе его не нужно, я включу тебе другого, потому что тот будет ценнее. Но нахуя, если мне он нужен был? Вот это, блядь, сейчас тупезно. Просто жесть. Беги, заберешь. Сука, не забрал. Не, ну это было тупо. Это было очень тупо. Да у Робби бесконечный запас энергии. Вы чё? Пацаны. Воу, вот это перекид. Вот как херовый. Красава, Ванька. Да. Давай, шанс, Ривалдо. Пасулик. Ты дурак. Гвардиола. Нифига. Спереди включи мне. Сука. Я в дефе, не нужно атаку включать. Почему она так тупит? Так кто мне может объяснить? Беги. Нет офсайда. Почему перегладина? Зуба, отвали, блядь, не хочу тебя, ты плохой. Как обидно, блядь. Почему перегладина? Ну, блин. Ладно, раз уж так пошло. Сейчас. Ты чё? Бля, как это сделать-то? Как организовать? Блять, почти уебал. Вот он еле достал его. Ты видал, пресс-центра поля пробил штрафную, он еле достал. Прям туда чуть ли не в девяточку летел. Робби, повтор.
Дюб, чё так, всё, сильно так. Ладно. Чёрт. Вот это если бы забил сейчас с центра поля, вообще было бы шикарно. Блин, сколько моментов, пожалуйста, сделайте хоть что-то клёвое. Да, не такое. Фигня. Смотри, выиграл. Спиздил. Да бля. Прям в ногу попал. Со временем. Ты что, меня пытаешься наебать? Пифсайд. Офсайд. Пифсайд, я видел. Он там танцует туда-сюда, затрахал. Чё? Как ты выиграл-то? Это нельзя было выиграть. Sends it to the middle. Бу-бух. Ну, хорош, красава. Белые, мы белые, полетели туда. Эх. Ого. Нет! Я случайно нажал, я не думал, что Робби выбежит вот здесь. Там двое в офсайде стояло, просто хрен знает где. Я не думал, что он выскочит и заберет этот мяч. Я абсолютно этого не думал. Я думал, как всегда, проебутся. А тут не проебались. Да включи мне спереди. Ух, какой удар. Хитрюшки. Хитрюшка. На. Сру, не сру, блядь, никто не срет. Сука, обосрался. Тут уж, ого. Вот это выход, блядь, не знаю. О, вывод был четкий, просто минус 3 там было. Просто четкий вывод был. И он, блин, вытащил, красавчик. Да ты че меня бьешь-то? И что я здесь сделаю с такого расстояния? То есть с этого угла? Я хочу пробить. Как пробить? Но я не за шею ему не закину. Ой, а че такой удар? Там же должен быть нормальный. Блин, почему они такие косые? Он же мог забить здесь. Легко. Ладно, что-то второй матч. Блин, столько моментов просранных. И хочу, чтобы какой-то клевый момент попал в запись. На, блядь. На рандоме вытащил. На рандоме отвечаю. Отвечаю, он просто выпрыгнул раньше, чем я ударил. Отвечаю, он на рандоме вытащил это. Там не вытащил он, а на рандоме. Да. Робби, зачем ты так сделал? Красавчик. Ух, красава заблочил. Молодчик. Фух. Савьер вышел на замену. Блин, сейчас будет всем в голову лезть. Пацаны, бегите. Бегите срочно. Я забрал. Я могу дриблить. Нет, не могу. А чё никто не нападает? Ну, а чё, вы такие тупые, что ли? А чё они такие тупые? Я им дал шанс такой отобрать у меня мяч, они и тут просрали. Ладно. Эх, я так и думал, что он даст этому, но я чё-то... Нихера себе вы даёте. Сука. Да блять. Вот это автоматическое переключение меня бесит. Ура! Файфор! Пацаны, жмем! Ого, вот это повезло! Тихо, сверху! Хорош! Пинат! Проблочь! Там пенальти. Там было пенальти, отвечаю. Но, как всегда, игра не понимает, что мне нужно. Нифига, Робби, ты красавчик, конечно. Побегаем. На. Сука, назад вернул. Ладно. Давай туда. Я выиграл.
Ну почему? Смотри, бежит такой, и похер ему вообще, блин. Не дашь такой пас, потому что выбегает и уже заранее забирает. А тут, блядь, просто бежит и насрать ему на этот мяч. Куда ты лезешь? Ой, блядь! Да, на всю набрал. Просто в упор. Такой вывод, кстати, хороший был. Ух ты, неплохо выиграл. Еще раз. Да блин, вратарь. Прямо на вратаря. Ну как это можно? Прямо на вратаря. Прямо. Вот четко. Не правее, не левее. Беги, салат. Я думал, у меня чувак поменял форму. Бежал, короче, я резко почему-то стал уже красно-синий. Или какой там. Да. Нормально. Фуф. 20 ударов по воротам. 2 офсайда. Жесть, конечно. Карл Салас Шева-Шева. Шева по пасам у нас, красавчик. Ну, блин, там Роберто Карлос смог такие голы просто сейчас реализовать. Ну, нифига. Ну, это футбол, такая херня. У нас... О, Миланчик что, проиграл 2 раза? Серьезно? Да, 2-1, 4-0. Мюнхен, он 4... Да, вот Мюнхен, вот самая жесткая команда. Потому что я с ней очень... Блин, в Барселоне проиграл, короче, и Мюнхену проиграл. Прикинь. Я Мюнхен 2 гола мне вкатил, Лацио 2 гола вкатил и Манчестер 2 гола вкатил, но я там выиграл, я там вкатил 5 голов и там 5 голов, а тут 4, то есть Мюнхен пока что самая сильная команда здесь со всех. Кто там по дивизиону на втором? Челси, ну да, понятно. Челси тут ни у кого не проигрывает. А, вот так вот надо посмотреть. Смотри. Рома выиграли они в Роме. Они проиграли в Фиоренции. Фига себе. И АТ. Что такое АТ? Амстердам. АТ, да. Ладно. Рио-де-Жанейро. Хорошо, тут все, короче, понятно. Мы пока что лидируем. Ну, в принципе, не намного мы пока что и лидируем. На всего-то 5 очков. Но нормально. Мюнхен просто жмет. Просто красавчики, в общем. Давайте, ребятки, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующую субботу, в следующих матчах, в следующих побегушках. Все, всем пока.